Всем привет, я Скиф, это Dota Underlords, и это далеко не первый автобатлер, в который я играл. То есть началось у меня все с Teamfight Tactics, в которую я наиграл довольно-таки много, играл в рейтинг, поднимался довольно-таки в нем высоко, и в какой-то момент я выпал из Teamfight Tactics, а потом вернуться уже как-то не смог, потому что, ну, там объективно очень быстро меняется мета, там новых героев понаводили, и я решил посмотреть на другие автобатлеры в целом. Поиграл и в свежевышедший Might and Magic Chess Royale, который супер казуальный, конечно же. И, в общем-то, Dota Underlords, она вышла в релиз, она была типа в раннем доступе. И сейчас вроде как уже готовый продукт, на который я и решил посмотреть. Ну и, в общем-то, в саму Доту я, само собой, не играл. Играл, вернее, давным-давно, когда-то... миллион лет назад, когда это еще была просто отдельная карта для Warcraft 3. Тогда я еще играл в разного рода ТДшки, просто какие-то там рандомные кастомные карты и так далее и тому подобное. Но с тех пор прошло много времени, а Dota Underlords это все-таки не Dota. Это автобатлер, как несложно заметить. Также и с TFT было, у меня был некий период адаптации, потому что сложно, если ты не играешь в оригинальные игры, да, что в Dota, что в TFT, то сложно втянуться, понять, какие тут вообще в целом персонажи, что они делают и так далее. Хотя, да, здесь есть у нас как бы правила, можно зайти, посмотреть, там кто тут есть, ну, их много, есть много альянсов, есть еще разного рода предметы, есть у нас еще и глоссарий, то есть разного рода эффекты. Все это в голове, по первости, сложно удержать, особенно если вы не играете в ту же доту, к примеру. Вот, можно посмотреть на персонажиков, как они там улучшенные выглядят, на их способности, да, посмотреть, тут почитать. Статистика, да, здоровье, вот у нее 750, 1500 и на трех звездах 3000. Соответственно, урон 42, 102 и 169, то есть они бустятся, да? Ну и так далее и тому подобное. Здесь, в общем-то, как и во всех автобатлерах, есть у нас альянсы, которые дают, когда мы их собираем, разного рода бонусы. Ну, в общем-то, автобатлеры и зародились в Доте, и потом уже из нее там расползлись по миру. Но давайте, наверное, смотреть на саму игру. И да, игра только вышла, опять же, в релиз. Тут появился боевой пропуск, можно на него, в принципе, взглянуть. А он есть тут отчасти бесплатные, какие-то моменты в нем имеются. И большая часть, конечно же, самых вкусных наград, она платная. Сам он стоит 325 рублей, что в принципе... Так, птица, заткнись. Что в принципе не особо много, учитывая жадность Габена. Я ожидал, что тут будут какие-то более драконовские цены, но в целом... тут всякие свистоперделки есть, это как бы все можно получать, зарабатывать. Как вариант. Есть еще возможность приобрести за какую-то валюту, которую я вообще без понятия, откуда взять на самом-то деле. Опять же, повторюсь, в доту я не играл. Есть еще городской рейд. С ними я тоже не знакомился, потому что моя основная задача на первых порах разобраться с самой механикой. И я так понял, тут некоторые части с этим рейдом, они опять же идут только с платного пропуска. То есть, если вы полностью весь контент хотите опробовать, то, ну, все непременно надо приобретать, по всей видимости. Дальше тут есть возможность всячески кастомизировать персонажика. И не только персонажика, и вообще все по факту. Тут какие-то городские площади есть, разные вариации. У меня тут две только по факту, их больше. Потом у нас тут есть предметы на поле, тоже тут их довольно много всяких разных. Что там еще есть? Бум-бумы. Да, можно вот так бум-бум делать, так бум-бум. Там, ну, чтобы вы понимали, всякого разного рода варианты. Что это? Огонек. Это возле вот этих вот циферек возле вас будет гореть. Либо так, либо этак, либо вот эдак. Всячески по-разному. Все это из боевого пропуска достается. О, баррикада, кстати, да. Баррикаду тоже можно заменить. По-разному это все будет выглядеть. Ту же мишеньку по дефолту так выглядит. Можно тоже всячески по-разному изменять. Но это все касаемо игры. Здесь есть лорды, кстати. В других автобатлерах я такой истории не видел. Здесь есть у нас 4 лорда. Да, вот так они выглядят. Ну и они призываются в некоторый момент игры, скажем так. Соответственно, они тоже могут кастомизироваться. Пока что не так много вариантов, но игра, опять же, только вышла. Она может там станцевать, к примеру. Кто это у нас?
как тебя звать? Короче, один из лордов. Костюмчики, само собой. Всячески. Что довольно прикольно, тут можно портретик. Кстати, вот это милота прям, смотри-ка ты. То есть дефолтный он такой. И можно всячески разные портретики. Блин, ну это прикольно выглядит, это да. Это интересно. Это занятно. Ну-ка. Что, у тебя как бы по нарядам? У него, соответственно, тоже разного рода нарядики. Ну, что-то как-то скучно. Вот это еще какой-то на пафосе прям вообще максимально. А из-под танцовок, а он-то просто радуется. И пляшет на бочке, ну понятно. Соответственно, тоже портреты какие-то должны быть. Примерно в той же стилистике. Ну, все это с боевого пропуска, соответственно, достается. Ну и давайте к самой игре, наверное, перейдем. У нас тут есть режим, да, стандартный. Вышибало то же самое, только 4 ошибки вы проиграли. Есть возможность парную какую-то игру произвести и тренировка. Пойдем в стандартную, в рейтинг я не ходил, потому что, ну камон, какой рейтинг? Я пока что разбираюсь в основных механиках. Опять же, прошу вас не бомбить, потому что я пока что слабо ориентируюсь вообще в персонажах в целом. Но, тем не менее, посмотреть мы сможем на то, как вообще это все дело играется. Я не первый раз играю в автобатлеры, думаю, у нас что-то получится. Ну, скорее всего, ни черта, конечно же. Посмотрим. Довольно быстро игра нашлась, буквально секунд 15-20. В принципе, люди сейчас играют. Раунд первый. Да, у нас есть пул существ. Он общий для всех. Ну, кого нам купить? Давай тебя. Тебя. Ну и, к примеру, жука. Так, ну можно было сразу их сюда выставить. Жучок побежит в тыл. Расколотый страж. Можно, конечно, залочить пул, чтобы на следующий раунд оно не изменилось. Можно не лочить. Тут некое количество денег приходит. За победы и поражения есть винстрики, есть лустрики. Есть возможность скопить инкам. То есть, когда у вас накопилось 10 монеток, вы еще плюс одну монетку получаете. Соответственно, 20 плюс 2, 30 плюс 3 и максимально до 50. 50 это плюс 5 монеток. Стандартные механики. Ой, мы еще даже и выиграем. Окей, что мы тут можем собирать? Чешуйчатых. Союзники их сопротивление к магии получат. Еще в идеале тут, конечно, чекать то, что собирает. Потому что, опять же, пул общий. Но мне сейчас сложно в этом деле всем ориентироваться. Потому что я пока вообще не выучил героев, кто кого и чего представляет из себя. Будем пытаться выходить в инкам. Будем пытаться заполнять скамейку для того, чтобы иметь какую-то вариативность, да? Так, вампиризм, атака, здоровье. Ну давай атаку возьмем, клеймор. Дадим, я не знаю, жуку. Жук будет бежать, жук это у нас убийца, может быть в убийц каких-то выйдем. Ну мало ли, мало ли. А вот еще одна убийца, да, смотри, можно в убийца в принципе выйти. I promise to make it last. Давайте тебя уберем, две убийцы оставим. А, три убийцы у нас идет пул, да? Ну хз, будем надеяться, что в принципе справятся. Знахарь. Может, рыцарь хаоса. Хотя продать. Да, тут нам явно наваляли. Знахарь, лесной пророк. Это у нас друиды-призыватели. Но мне надо закрыть хотя бы убийц. Тогда появятся криты. А, ну и тебе тогда мечик отдать. Что ты у нас умеешь делать? Крик боли. Королева боли издает вопль, который наносит, соответственно, некий урон. Тебя берем. Ткача берем тогда. К жука, может, жуки какие-то будут. Ну давай пока так попробуем. Тут можно еще левел, конечно, покупать. Но я хочу в инкамчик выйти, чтобы деньги шли. Посмотрим, что получится.
Так, тащи за себя и за Сашку. Ну, походу, не затащишь, да? Не за себя, соответственно, и не за Сашку. Насекомые. Ну, насекомых мы закроем, окей. Возможно, стоило левел приподнять. Ну ладно, посмотрим, посмотрим. Что получится? Скорее всего, получится слиться феерично, эпично. Это да. Ну давай левел приподнимем, иначе нам тут задницу так точно надерут. По крайней мере, жуков закрыли, насекомых этих. Ты у нас стоишь, танкуешь. Ты стоишь, стреляешь. Вы, типа, убегаете в атаку. Нам надо победить, чтобы у нас инкам пошел. В идеале. Это вот жучки начали выбегать со всех сторон, дамажить. Тут еще можно, кстати, вот так вот поворачивать, если что, вдруг камеру. Ну и тут мы задавили. Плюс одна монетка за победку дадут же, правильно, нет? А, там за винстрик дают монетки. Сейчас ни черта не дали, вон ко мне вышел обидка. Обидка, нам надо во фронтлейн кого-то выставить в идеале. А кого? Кто у нас там, рыцарь? Но нам надо убийцу еще одну. В идеале-то здоровье плюсом. Да? Дадим тебе, стой танче. Чисто потолще будешь. Пока у нас, соответственно, королева боли там настреливает. Наши жучки там что-то кого-то оттачат. Чтобы была какая-то движуха. Что по левелам? Это еще не все, даже четвертый левел. Охотницу брать, стрелков пытаться закрывать. Не знаю, давай возьмем. Летучих всадников возьмем. Мало ли сейчас третий придет. Мы что-нибудь как-нибудь вымутим. А вот тут уже летучий всадник второй, да? Так, разобрались. Двоечка же вы, я надеюсь, справитесь с этим парнем. Вроде как справились, молодцы. Так, дух земли. Это у нас духи. Ну, духов нам вроде бы как не надо собирать. Так, вот эти стрелки, если что, отчалят. Ты, если что, отчалишь. Не факт, что я в охотников иду. Ну, типа, я пытаюсь собрать этих. Их вроде как 7 общий пул убийц. Убийцы, жуки. Смотри-ка, террорблейд притопал. Это можно закрыть охотников. По крайней мере, попытаться. Тебя тогда продаем. И тебя продаем. Так, по левелам следим. В идеале, чтобы следить, кто что там собирает. Насекомых только у меня. Нет, еще вот одного, вот, не пойми как, какого корейско-китайского типа. Так, здесь мы что-то сливаем, да? А, ну да, у него он падж в местном переводе. Достаточно толстый. И демон мрака. Ну окей. Мне бы хотя бы рыцаря хаоса, блин, загрыдить. Можешь охотника выставить? 975, 1500. Так, смотрим, что у нас тут есть. Так, за ноль можем заролить. Может, Абадона тогда выставить как рыцаря? Так, пока не очень понятно, но мне надо фронтлейн явно пожестче, нежели то, что у меня есть. Может, тебя выставить? Ты у нас в миле дерешься? Потому что он, по-моему, превращается. Он, да, он обладает метаморфозой. Так, четвертый левел. На пятый нам пока рановато выходить. Можно Абадона поставить. Абадон сумрачным щитом обладает. Окружает союзника щитом с темной энергией, который поглощает урон некий. Держится 10 секунд. О, жук. Так, избранника Никс догрейдили.
Так, я резко левел приподнял, что-то посмотрел, что там у некоторых пятый, но не у всех. Давай так. Вроде бы больше никого не стоит пока докупать. И что, нас разносят, не? Вот, судя по всему, да. А, 9 здоровья. Я теряю здоровье, как это неприятно. Так, жучки, вы же должны тащить. Минус 5 к броне. Давай авангард. Чтоб блокировали. Или кинжал скачка взять. Ладно, давай. Танчи. Танчи как не в себя. Кача берем. Так, мать-паучиха. Но если мы собираемся жуков насобирать, то ее надо брать. Этих, возможно, стоит продать. Ну, мать-паучиха за место рыцаря хаоса пойдет. Как только так сразу. Так, избранник Никс. Ты что там, разора этого не расшатаешь? Расшатал. Так, мы хотя бы здесь победим. Вроде бы побеждаем, да? Все неплохо. Так, два охотника у меня есть. Что-то, походу, я их не планирую выставлять особо-то. Так, кого нам стоит взять, да? Скорость атаки. Отравлять всех. Либо лечить. Ну, давай тебя возьмем. О, повелительница ветра загрейдилась. Так, королева боли. Так, хочу ли я повелительницу грейдить? Это хороший вопрос. Что мы явно туда не выходим, да? Не, наверное, откажусь от этой затеи. Продаем. Попытаемся здесь выжить максимум. Так, наш лорд тоже дела мутит. Ну что-то мы, по-моему, просираем один пик. Последний друид. Ну это сам по себе жесткий, это я помню. 2400 здоровья. У меня пока что особо ничего не сложилось, как бы. И это супер плохо. Так, кладка пауков. 1200, мать-паучиха. Крут, конечно, мать-паучиха, но, блин. Так, еще один рыцарь. Так, Абадон. Так, ну ладно, наверное, тратить пока не будем. Там уже шестые ловела. Пороховница в тыл зашла. У меня на фронтлайне стоят все первый левел. Это проблема. Два жука, жуки тут тоже не, ну, вот этот вот недогрейженный. Вот эти два рыцаря ни черта не прогрейженные. По-хорошему надо грейдиться, надо усиляться, иначе я всру, я начал стирать как бы суперактивно. И убийцы никак не закрою. О, убийца пришел. Тогда подкачнем. И убийцу возьмем соответственно. Вот теперь должно быть поинтересней. Плюс-минус. Ну-ка, Сларк, ты упрыгиваешь? Да, ты упрыгиваешь. Так, и чё?
Но все равно мы всираем, да? Все нормально. Все нормально. Вот вас бы подзагрейдить. Кража сущности. Давай, мы тебя, может, подгрейдим. Девяносто к урону, 10 к броне. Давай наруч возьмем. Так, Абадон у нас подзагрейженный. О, тебя наконец-то загрейдим. Дух. Иди сюда. Так, это вообще не туда дал, куда хотел. Ну да ладно, допустим. Ловкость рух. Все дела. Никакого мошенничества. Смотрим, что у нас из этого получится. Неужто кого-то получится убить? Было бы классно. Да, так и получается пока что. Так, кто у нас еще тут есть? Еще дух пламени берем, конечно. И давай чекнем. И духа пламени берем еще, конечно. Отдаем ему нож. По идее, он должен резать, шинковать, я надеюсь. Так, вот он, по крайней мере, последим за ним. Ну, там вроде как больно бьет. В принципе, неплохо. Пошло дело. Пошло дело. Он, правда, может никуда далеко особо не уйти. Этот мелкий пиздюк тут лазит. Отлазил. У нас пассивная способность атаки Хопгена поджигает врагов на 3 секунды, да, ударная волна тут есть, гори-гори ясно, вот это все. Так, вы у нас тут в авангарде, эти разбегаетесь, ты уходишь в тыляку. 48, да, сидим на инкамчике, 6. А там уже сплошь 7, да? Ладно, не сидим на инкамчике. А врываемся в тыляку. Да, к сожалению, черта не нашел с того, что хотел. Ладно, не будем больше деньги тратить. Так, пошла жара. Нас там вроде нарезают наши ассасины. Там еще два ассасина надо. Их всего три есть. Ну там один пятиуровневый, я точно знаю. Корейцы непонятные против нас или китайцы. Так, ну неплохо. Справляемся пока что внезапно. Внезапно справляемся. Так, вангвард здесь. Наверное, бы тебе дать вангвард. Зачем? Вот, чтобы вы на фронтлайне-то танчили. Правильно, правильно. Че, деньги копим? Ну давай чекнем, может кого-то подзагреть и удаст. Вот хотя бы тебя. Что уже неплохо, вы у нас стоите на фронтире. Ну вот ты будь чуть толще. А эти два пускай танчат как могут. Сидим пока что на инкаме. Копим денежки. 30 это, ну, 3 плюс инкама. Так, что-то дух пламени отлетел. Пожиратель жизни его сожрал. Что плохо. Да, мы тут слили всему. Челик вообще у него 90 хп, что он там насобирал. У него есть бессердечные. Как бы все, его стратка, да? Бадон, рыцарь хаоса. В 3 звезды мы тут вообще, походу, никого не соберем никогда. Так что мы можем. Так, каждый атак с шансом 25 может создать цепную молнию, скачущую по 4 целям. Давай молот гроз, я не знаю.
тебе это. Тебе вот молот Гросс, как вариант. Фигаш. О, Вайпер. Вайпер, Вайпер. Так, что-то я жуков не вижу, либо я проскипал, да? Вайпер это у нас предпоследний для того, чтобы закрыть нам убийцу наконец-то. Там он молнии скачет. Тут что-то прям атаки на атаках. Это прям больно нам. Не очень понятно, какая еще мета, да? Но это надо наиграть некоторое количество времени. Плюс вроде как патч свежий. Наверное, скорее всего, еще меты нет. Но это не точно. Вот эти два чувака явно что-то знают. Такая сборка. Здесь что у нас? Друиды. Дикари. Призыватели он там закрывает. Понятно. Может, нам как-то подраставиться? Эти выпрыгивают, этих у нас вырезают как-то. Или стойте, не рыпайте себе хз даже. Королеву Бойли еще одну брать. Так, Сларк. Да ё-моё, Вайпер! Так, Вайпера собрал. Ладно, следующий раунд прокачаем и Вайпера выставим. Восьмой левел надо. Жуков не закрыть. Мне бы сейчас жук еще один пришел. Я бы жуков закрыл. Было бы классно. Что, мы тут опять слили? Пока что-то бьемся, деремся, но... Походу это все как бы. Да, запинали нас. Ну ладно, ладно. Втопим в левел. Пока живем, тут как бы есть шанс еще не вылететь самым первым. Уже явно не самый первый, кто вылетит. Но неприятно, неприятно. Тебя бы загрейдить. Тебя сейчас выставить. Еще Вайпер. Да, куча денег. Так, ты будь здесь. О, безликий. Надо кого-то убрать, безликого выставить. Здесь я сейчас не сдохну, правда. Хотя бы убить закрытием, понадеяться на какие-то имбокриты, я не знаю, на что-то такое. Так, походу мы еще и втащили. Так, паучиха еще одна пришла. Блюд Мазер. Так, ну в три звезды явно никого не собирают, тут нечего даже как бы выделываться. Кого нам из вас продать? Абадона? Две шестьсот. Такс. Тебя выставить. Я хз. Ты, к примеру, блокируй чем-нибудь. Или нет, вот тебе криты. Блокируй ты. У нас с убийцы 25% шанса, 375% урона влить. КЗ, насколько нам это поможет? Ну, возможно, поможет. Вроде как помогает даже. Даже чем-то, чем-то как-то, да? Победа. Мне бы еще жуков закрыть. Было бы совсем зашибись.
Ну я хз, кто там последний жук. Так, надо сейчас пораскидаться, да? Догон. Дает союзникам в радиусе 2 от владельца плюс 8 к урону, 5 к броне, 10 к вампиризму. Да, не... вот эту вампирскую, да? Давай тебе. Вампирь как не в себя. Ще хз, кого нам надо? Ну, ищем. Так, ты у нас так прокачан. Ну, стоим как можем, а что поделать? У нас нормального фронтлайна вообще нет, в принципе-то, да? У нас одни ассасины. Убийцы. Мы сейчас все сразу в тыл убежим, в основном. Мне героя надо было другого брать, по факту, под эту всю комбинацию. Ну, имеется в виду вот этого лорда. Так, ты там тащишь? Что-то мы не втащили явно. Что-то мы как-то явно не втащили. Так, надо перераставиться как-нибудь. Да, вот тебе явно надо вперед. Что-то там, правда, отклеился. Ну, давай раскидаемся. Ладно. Просто раскидываемся. Разлетайтесь, разбегайтесь. Вариантов у нас не особо много. А, во, еще смотри, стражница храма есть. За место кого тебя можно выставить? Хотя, скорее всего, я сейчас просто сдохну, и тут уже без разницы. Но если вдруг не сдохну, то, конечно, разница какая-то будет. Победа! Жестко. Так, ты что у нас умеешь там? Преломление. Клево, конечно. 1700 хп. 1800. Не на заковать я тут заменить. Только если ты загрейдишься резко, внезапно. Там уж 9 левел. О, рыцарь дракон. Серьезно. Так, а жука можно еще одного увидеть вообще, как он выглядит хотя бы? Все понял, принял, нельзя, да? Так, с кем я там дерусь? С каким-то не пойми кем. Но это будет больно. Так, этого убили. Да, это минус я. Это явно минус я. И какое-то место пятое. Того. Ну, я пытался. По итогу, конечно, какую-то дичь собрал. Тем не менее. Принцип, я думаю, абсолютно понятный. В общем-то, как и во всех автобатлерах. Выглядит это занятно, но чтобы какое-то понимание вообще происходящего пришло, надо, конечно, разобраться, какие персонажи, что делают, какие комбинации сильны, но это все зависит, конечно же, от мета. Тут я этих всяких погрейдил, безликий даже пришел. Но убийц тут не абсолютно имба, в той же TFT там в какие-то моменты просто собираешь 6 убийц или сколько там было, и как бы нагибаешь все, что движется. Соответственно, мы прокачиваем боевой пропуск, получая опыт. Да, вот, испытание тут пройдено, 400 опыта получено. Можно, по всей видимости, поменять испытание. Но тут трехзвездочное существо надо создать одно. Как бы не проблем, 800 опыта получу. И получу еще какой-то там левел боевого пропуска. Вот это прокачается, это платно. Тут бесплатно орудие труда для Анесикс. Орудие труда, что там за орудие труда? То есть все платно. Какие-то вещи есть тут бесплатно. Какой-то сундучок с чем-то. Бесплатно есть еще вот такой вот чувачок. Ну, какие-то вещи есть бесплатные. Во, кстати, бесплатно есть. Камушки летят. Ключ от города.
Это в городском рейде этот ключик можно тоже поиспользовать. Ну, в общем, да, какой-то БП есть. Что-то тут есть. Это все вот платно пошло. Но опять же, 325 рублей. Не очень понятно, сколько будет длиться именно сезон, да, боевой пропуск. Но обычно это 2-3 месяца. По идее, это адекватная цена, что удивительно, учитывая, что все-таки Габен. Ну, возможно, он потихонечку учится на своих ошибках. Все может быть, конечно же. Ну, в общем, вот так как-то играется Dota Underlords. Вполне себе неплохо. Вполне себе обычный такой батл... автобатлер, да? Хотел сказать, уже батл рояль. Очень много тут, конечно, альянсов. Не очень понятно, какие комбухи, как я уже говорил, сильные. Но это все, опять же, придет со временем. Ну и плюс тут предметы. А есть еще глоссарий, жди. В глоссарии можно еще посмотреть вот шансы получения. Тут опыт, сколько его нужно, шанс получения героя в лавке. Какой редкости, сколько, на каком левеле шанс предметов. Кто там подвывает все, да? И так далее, и тому подобное. Тут все это можно посмотреть. А вот рейтинг. Кто там вау-вау? Ты что ли вау-вау? Или это звук забагал? Можно какой-то другой звук? Вау-вау. Ладно. На этом же всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки или вау, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока. Wow. Oh, wow. Oh, wow.